Заведующая отделением социальной реабилитации Вера Толмачева перед началом процедур обходит с дозором владения свои. Они хоть и небольшие по площади, но здесь получают помощь и поддержку здоровья сотни стариков и инвалидов. Вера Михайловна наизусть знает каждый медицинский аппарат, какую кнопку нажать, какой выбрать режим. Это массажный матрас, на котором люди получают легкое массажное движение, проходят по всему позвоночнику, начиная от пят до воротниковой зоны. Процедуры и занятия в отделении назначаются врачом-физиотерапевтом. Это делается с учетом рекомендаций участковых врачей и специалистов поликлиники. Кроме того, здесь разрабатываются индивидуальные программы для реабилитации инвалидов. Не каждый столько пройдет дома, вы сами знаете, не каждый. Ленивые люди. А здесь уже ставишь на дорожку, и они потихонечку ноги свои разрабатывают. Как говорится, Москва не сразу строилась, и отделение социальной реабилитации комплектовалось постепенно. Теперь здесь несколько медицинских приборов, но процесс не останавливается. Нами приобретены новые аппараты, такие как набулазер. Это аппарат, который применяется при заболеваниях бронхолегочных заболеваниях и астматических заболеваниях. Очень хороший ингалятор. Затем аппарат Дарсенваль, который имеет несколько насадок на любой коже. Прилив крови происходит и улучшается кровообращение. И вот такой аппарат. Некоторые приборы – это своеобразные вариации уже существующих. Микролазер, который противовоспалительный, противоотечный. Новинки обладают рядом специфических функций, которые позволят использовать их более эффективно. Например, новый лазерный аппарат намного легче и проще в использовании своего стационарного собрата. Микросан будет у нас новый аппарат, который применяется как лазер. Он применяется при артрозах, артритах, улучшает кровообращение. Благодаря современным технологиям новые приборы имеют небольшой вес и размеры, а значит, могут использоваться не только в стенах реабилитационного центра. Эти приборы мы планируем использовать на дому. Мы будем открывать такую группу, будем выезжать к людям, которые не могут к нам ходить, и они будут получать процедуры на дому. В Ленинском комплексном центре социального обслуживания «Вера» действует несколько программ по работе с маломобильными людьми. Теперь список услуг, которые сможет получать эта категория граждан, расширится. Максим Козлов, Олег Левитин, Анастасия Нурхонова, «Видное ТВ».